10 ноября фигуристы представили короткие программы на четвертом этапе мирового гран-при в Чунцине, Китай. Лучшим по итогам проката стал Шома Уна, получивший 105,25 балла. Второе место занимает представитель Франции Адам Сяохимфа, 91,21 балла. Третье – казахстанец Михаил Шайдаров, 89,94 балла. Шома дал короткий комментарий после проката короткой программы. Стефан говорил мне о том, что мне не нужно пускать все в экспрессию. Нужно держать баланс между экспрессией и прыжками, и при этом не торопиться и не замедляться. Держать баланс в этом плане. В репортаже со вчерашней открытой тренировки от Nagoya TV Шома Уна сказал: «Лед здесь мягкий, для прыжков придется прилагать силу. Катать будет сложно. Я надеюсь, что на этом турнире мы определим для себя фронт работ на этот сезон. С нетерпением жду, какие чувства испытаю перед короткой программой. Трудно сказать, получу я удовольствие от качества результатов. Я просто хочу, чтобы наступил такой момент, когда я смог бы испытать радость от проката». Сота сказал: «Я хочу вложить в прокат все свои силы, стремлюсь попасть на подиум и снова отобраться в финал». Также Сота сообщил прессе, что местная острая кухня уже вызвала у него язву во рту. Сообщает, что прыжки в первой половине тренировки у Шома не пошли. Он часто подъезжал к Стефану за советом, но к концу тренировки прыжки удалось вернуть. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели до конца. Всем пока! Slay me.